молча. Он думает, что дерется, как его дед. Ты покойник! Хватит! А ну, брысь отсюда, а не то я навещу ваших отцов. В жизни единственный способ защитить тебя – это драться. Он не сможет стать таким, как ты. Дай ему время. Он точно станет профессиональным бойцом. Запомни мои слова. Дамы и господа, неподражаемый Джем Белча! Ставлю на тощего. Ты станешь сильнее. Наберешься опыта, научишься думать башкой. Переходи ко мне. Я сделаю из тебя чемпиона. Кулачные бои помогают пробиться из грязи в князи. Вы впервые оказались в высшем обществе? Да. Я узнала про твоего деда. Я не такой, как он, ма. Осторожно! Позорище! Оставь меня! Оставь! Рашворт относится к боксерам лишь как к источнику доходов. Позвольте представить, Генри Пирс. Ты никогда не дрался с таким, как он. Он сделает тебя. Ответь на вопрос. Ты действительно этого хочешь? Бой за звание чемпиона обсуждается сейчас по всей стране. Теперь ты настоящий боец. Я больше не могу. Он верит в тебя, Джем. Мы все верим. Ты должен понять, кто ты в этой жизни. Когда ты уже в могиле и твои кости гниют, после тебя остается лишь имя. Джем Белчер! Тебе решать, каким человеком ты будешь. Один шанс. Один бой. Ты можешь стать чемпионом.